Сегодня в России вспоминают жертв терактов. День солидарности в борьбе с терроризмом появился после трагедии, произошедшей в начале сентября 2004 года в Беслане. 11 лет назад страшная новость облетела весь мир. Во время торжественной линейки по поводу начала нового учебного года боевики ворвались в школу номер один и захватили в заложники учителей и детей. В результате теракта погибли более 300 человек. Сегодня те, кто потерял тогда близких и чудом спасшиеся, собрались в зале Дома культуры, где прошел памятный концерт. Его организовали ребята из Волгограда, играющие в детском симфоническом оркестре. После этого зрители и музыканты зажгли свечи перед той самой первой школой. Сегодня в Беслане в небо выпустили 334 белых шара по числу погибших.